традиция идет. Сейчас скажут, ну, ага, ты зиму там ходишь. На русском языке. Очень интересно, когда грузины работают с русской классикой. Это, в этом есть своя изюминка даже. Потому что когда мы, например, ездим на гастроли в Россию, да, на наш спектакль достать билет невозможно. Один из наиболее для нас дорогих экспонатов хранятся в нашем музее. Это памятник Грибоедову, дар Зураба Цалятова. Сейчас театр переживает очень сложный период. Впрочем, как и все театры в мире, с этой пандемией, какие-то онлайн-постановки, онлайн-встречи. Я считаю, что это неинтересно. Потому что театр – это живой организм, это сиюминутное живое искусство.